Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, остановка вокзал. Смотрите, какие конфетки, фигурки шоколадные. Конфеты винтажная коллекция с начинкой со вкусом шоколада. Вообще хочу такое. 55 рублей, только цена у меня останавливает, что больно дешево. А так здорово. И опять начали привозить конфеты. Это вот лаванда, конфеты с кокосовым вкусом за 77. Рождественский календарь. Молочный шоколад 75 грамм. Так, сколько здесь? 24, наверное. 24 шоколадки, наверное. Очень интересно, ребенок будет выковыривать шоколадочки. Только сами шоколадки, мне кажется, они не очень вкусные. Количество шоколада разное, по-моему. А может и нет. Нет, 24 также. И еще очень-очень много. Смотрите, какие красивые пакеты опять. Новогодние. У нас появились варежки. Имитация кожаных. Так, 199 рублей. Состав 100% полиэстер. Но я вам скажу, очень-очень аккуратно сшиты. На вид прям классный. И покажу, что внутри. Мягенький-мягенький такой пушок, не пушок, а шубка такая мягкая, вот правильно. Разные расцветки. Невероятно мягенькие внутри, очень хорошие. И смотрите, какие перчатки. Вот такие перчатки я бы себе точно хотела. Мягкие, красивые. Внутри мягенькие. Взять, чтобы себе такие. Смотрите, как сделаны глазки. И вот какие. Но мне больше всех понравились вот эти лиловые. Вот эти, мне кажется, самые красивые. Еще новинка за 77 рублей. Смотрите, два пальчика сделаны по-другому, связаны. И я так понимаю, что можно будет в мороз этими пальчиками проводить по телефону. Состав: акрил, полиэстер, металлическая нить. И эластан. Разные расцветки. И такие. Много таких перчаток привезли. От 6 до 7 лет за 99 рублей. Получается две пары. Гольфы женские. Хотела сказать, так и хочется сказать ангора, но здесь полиэстер. Нет, ангора, 50% ангора, 36% полиамид и лайкра. Так что очень хороший состав. Ангора, шерсть разных расцветок. За 99 рублей. Носочков появилось очень много. Разных, тепленьких, разные расцветки. Кошельки за 99 новые. А сюда что вставлять? Кто понял, подскажите. Что-то я никак не соображу, зачем вот этот кармашек. Для визиток, мне кажется, не может быть. Внутри никаких отделений больше нет.
А вот эти вот уже интересные. Кошелек. Внутри имеется кармашек, вернее, отделение под мелочь, под визитные карты. Ну вот очень большие. Или они вот предназначены, чтобы их носить просто без сумки. А, как вместо сумочки кошелек сразу. А так для сумки, мне кажется, очень большой. Давайте покажу вам, какие есть расцветки. И черный. Всегда смотрю на эти расчески. Такие симпатичные. Мне кажется, они должны очень хорошо расчесывать. За 99 рублей. Прихватка-варежка. Клетка. Такая яркая. Затем такая. И прихватка фрукты. О, вернее, овощи. Уже хотела обмануть. А вот какие мышата. Рукавица, прихватка. Мышка. Расцветки разные. Очень симпатичная рамка на фото. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 8 фотографий можно поставить. За 199 рублей. Состав: бумага, железо, стекло. Симпатичная. Есть в серой рамке. Даже, да, в серой. И в белой. И вот это мой первый год. Каждый месяц можно снимать. И вставлять. Это получается как альбом, как шкатулочка закрывается. И ручку можно поставить. За 199. Набор декоративных прищепок. Смотрите, какие маленькие. 6 штук с варежками новогодними. Со звездочками. $27.50. И новогодние блокноты. $80. 51 рубль. И еще такой. Кабель USB. 100 сантиметров. В футляре. В ассортименте разные цвета. За 99 рублей. И такой. И новые наушники. Футлярчики. Олени. До этого были у нас вот такие с футляром. А теперь вот без футляра. Видите, пчелки. Смотрите, как здорово поставили елочки. Очень красиво. Прям настоящий новогодний лес. И снежинки, смотрите, как хорошо выложили. Молодцы. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. И не забывайте нажимать на колокольчик. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока. Помните елочки из фетра? Вот девочки их собрали, эту елочку.